Всем привет, на канале Мусалим. Сегодня в работе у нас автомобиль X-Trail. Автомобиль уже разобран, поверхность подготавливается к проклейке, все обезжиривается. Посмотрим на штатную шумоизоляцию. Голый пол, ни одного кусочка штатной шумоизоляции производитель не позаботился наклеить. То же самое можно сказать и про двери. Передняя водительская, ни одного кусочка вибра. Задняя дверь голая. Все звенит как барабан. Ни одного кусочка вибра. Разобрали ребята также багажник. В багажнике еще что-то бросили. Немного на арке присутствует вибра. Но тем не менее голые крылья. То же самое по этой стороне голое крыло. Автомобиль достаточно шумный и требует дополнительной шумоизоляции. Тем сейчас и займемся. Закончили проклейку салона виброматериалами. Проклеили пол салона. Весь материал предварительно разогрели и прокатали валиком. Вот так все это выглядит. Сплошным ковром стелится по автомобилю и прокатывается. Нанесли первый слой вибра в двери. Также все прокатали. Второй слой в двери, шумопоглощающие нанесли. Вот так это у нас выглядит. Затем на двери наносится третий слой вибра. Также все прокатывается. Проклеили место задних пассажиров. Вот здесь тоже в дверь нанесен второй слой шумопоглощающий материал. Закончили работу с багажником, также проклеили все виброматериалом. Вибра весь разогревался предварительно и при проклейке прокатывается. Проклеили крылья. Все прокатано. Все, продолжаем работу. Закончили проклейку X-Trail шумопоглощающими материалами. Проклеили пол салона. Вот таким сплошным ковром все это стелится. Проклеили двери, нанесли четвертый слой на двери. Полностью закрыли. Готов багажник. Багажник проклеивается усиленными материалами. Наиболее шумные места автомобиля. Проклеили крылья. Также усиленными материалами. Арочки. Все проклеено. Будем приступать к сборке авто. Закончили сборку салона Nissan X-Trail после шумоизоляции. Весь пластик, все детали сидят на своих штатных местах. Никаких следов сбора-разбора автомобиля не оставляем. 3 года гарантии на наши работы. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.